нас обещали лавочки там установить, вазоны там, еще какие-то вопросы. Ну, что на сентябрь у нас было отложено, потом, оказывается, мы не писали заявку, потом выяснилось, что какие-то деньги кто-то украл. То есть вот такие вот разговоры. Работу депутатов наладьте, пожалуйста. Ну, во-первых, депутаты работают в полном объеме, на прием граждан мало посещаемости. А что приходите? Приходите, пишите заявление. Приходили, нет, неоднократно. Что вы не ходите? Ходи. Да не ходите. Ходи. Один раз приходили, да. Вот это время. Да больше. Олег Юрьевич, наладьте взаимодействие с жителями своего округа, чтобы заявки эти, которые поступали, не отрабатывались. Очередной раз по телефону сказал, что я больше к вам обращаться не буду. Это ваше право. Я же вас заставить не могу. Ну, у вас деньги украли. Какие деньги? Ну, вы же сами мне сказали. Да какие деньги? Ну, вот, начинаю. Это уже я придумал. Все у меня есть, я все рассчитали, вот, пожалуйста. Все сдавал до каждой копейки. Кто давал заявки, я всем поставил в округе, может подтвердить. По моему округу, ради бога, все получили. Как я могу доказать? Теперь я с вас буду дубликат брать. Да, делайте. В прошлом году, на самом деле, была беспрецедентная программа установки лавочек и всего небольшого оборудования, поэтому... Почему не хватило? Мне кажется, уже установили там, где можно и не можно уже было установить. Уже. Вот. Но... Ну, я пример приведу на других округах, там уже по две лавочки у каждого подъезда, как бы здесь в этом плане, мне кажется... Самому убрать старое покрытие, сделать новое покрытие, подготовить площадочку, заасфальтировать. Мы сами это все делаем, только ответа нет у нас. Здесь кого выбирали, как говорится? А то, что не будет. Роман Сергеевич, не надо говорить. Вы лучше кошечек снимаете с деревьев. Иди уходите больше. Не надо такое говорить, что меня. Вы сами свою работу выполняете. 11-й микрорайон, что сделали дорогу? Два сезона, одну дорогу делали. Алексеевич, я напомню, я 11-й микрорайон. На 21-м округе я был там. Нет, 22-й округ.